Ну слышь, ну так нельзя, блядь. Пули мне там уже еще что-то еще бросит, блядь. Че на меня ФВ залупился, что-то я не понял сейчас, блядь. Вот этот жижу я бы хотел забрать. Не въехал. Я ему сломал гусеницу, блядь. Что, жопу уже гасит? Может, ты подвинешь твое корыто, блядь, отсюда уже? Да, он сейчас так пошел. А куда тебя пробивают? Вот интересно. Хера, это дорогой? Да. Как тебе фугас в лобаш, блядь? Бля, блядь, это что? Это что такое? Это Т-62 будет. Китайский. А вот это тот, который менял. Ладно, вы как хотите, я понял. На самом деле тебе пизда, потому что Т-62 там у них какой-то лютый, блядь. Есть. Не, лучше мне Т-62 вместо Т-64. Т-64 хоть закрутить можно, эту херню попробую закрутить. Да они все равно все как подсолнухи, блядь. Блядь. Я один раз его 700 пробил. У него ДПМ не хуже твоего, поверь. Нихуя ты не увернулся, блядь. У меня зато барабан, блядь, под закяткой. С хуяткой, блядь, этот барабан тебе не поможет, если такая хуйня у ХПшным тебя сагрит. Там-то побольше ДПМа будет. Давай, давай, топи, 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 топи. Ииии, блядь, корыто, ебать. Нет. Все. Я хэви вижу, блядь. Мастер. Вот это я, блядь, понимаю. Вот Тарастер. Саша, у меня патрон Z что-то переключался. Минут 40, мне кажется. У меня выстрелы вообще не проезжают. Да я сейчас умру. Рушником? Да. Я так и понял, рушник высокий, кстати, он как левый, у него жопа высоко стоит. Я его там идеально так припарковал для тебя вообще.
Ну борщ, он там лоу хп, что у него, по-моему, 200 хп где-то. Но лучше не лезь. Главное, чтобы оставалось время. Теоретически я его могу убить. Встань за фонтаном, да, ты стопудово его можешь убить, главное не лезь. Потому что если он тебя убить раньше, это будет проблема. А здесь фонтан, кстати, простреливается, вода, да, или нет? Вода простреливается. Но за ней ничего не видно. Это хорошо. Вон он. Хорош. Соси, блядь, чмо ебаное, блядь, бесполезная хуйня, блядь. Я ему два фугаса закинул. Ага, первый класс, блядь. Хуя, не мастер, блядь. Вот тебе, блядь, дали мастер, а мне нет. ПЗ КПФВ 5-4. Ебать, мне там накидали всякого говна. Слушай, мне столько похвалы накидали, пиздец. Мне кинули два достойного противника и три результативного. 4. Заебись. Как поджарка. Я ему ровно в бензобак попал. Там типа бензобак физичный, как текстура. У него сзади канистрочка висит. Серто ушел и дрила, блядь. Я его, блядь, не пробил! В смысле, блядь, я его не пробил? Ты больной? Я его затаранил. Херня, это первый класс. Может, не будем муксовать? Говнище, как в танке, я так понял. Да не, у меня максимальный урон сработал вообще-то. Не дает ему преимуществ. Ебать, блядь. Пока бы укладка отлетела. На ПТП. Да не, ну говно, походу, там с прочностью проблема. Забыл укладку. В башню попал? Жопа вверх. Не надо или прошивать. Хорош, гасить. Ну все, у него перезарядка 20 секунды, когда он хед вкилял. Убивай. Да это еще что такое? Убило меня вообще с другой стороны вообще, вот с третьей. Даже не эта корыта, которая приходила. Надо Филиппу написать, что как 700 рублей протирает. Не пар. Спасибо за максимальный урон, блядь, Кирилла. А что с тобой делать? Злоупился такой, повернулся. Я что-то подъехал, смотрю на него и думаю, что бы делать? Здесь фейгнул, здесь нормально. Хера, ты ему, кстати, достаточно. Он там в тебя кусеньки, что ли, там спортивный. А я ему гусеницу, кстати, не сломал, хотя я ему в гусеницу ехал. А, знаешь, на что он похож? На Т-71. Я тебе вообще-то уже говорил, что это Т-71. Хера, там вода бесполезная. В смысле, он умрет или как? В смысле, там можно под водой ездить спокойно, типа, или что?
Я что-то не въехал сейчас. А что у нас нули какие-то? Я знал, что там кто-нибудь приедет, блядь. Что кубов, блядь. Там из этого камня все время приезжают. Всякие жиры. Возьму кошка будет тупить дело, блядь. Понятно, я-то еще гасанул, еще гин. А нам телекоптиков, блядь, оторвал, дорогие. Смотри, еще 900. Даже выпал говно, а их какой-то урон-то вылетает. Ты же не этот чел вообще абсолютно не интересен, пока он не уедет оттуда. О, там трое еще живут. На тупо у него мне плохо, у меня дома. А там же КЗСУ закрывает просто. А, сейчас, блядь. Конечно. Я наехал на горку, у меня подлетела пушка, я не попал. Упор. Помочь. Саш, я еду. Раз. А мне-то плохо, я нормально. Поверь, меня вот такие ведра не пугают. Танк слишком мощный, танк для 10-го левела, мне кажется, его надо на 11-й добавлять. Ага, хуй, блядь. Ой, ага, только у меня, блядь, боеукладка оторвалась, ремонт хуй. Мы там и без меня разберемся, чтобы они перезаряжали. На 1000, блядь, просто хуйня, блядь, беззаботная. 3000 урона?